Только я руками буду там все время двигаться. Клево, да? Должно у меня получиться уже все-таки когда-нибудь. Поехали. Только вопрос на что, на выброс? На поддержку. На льду пара номер 5. Александр Песков и Юлия Абертас. Александр Песков и Юлия Абертас. Саш, ну я не знаю, ну вот если бы не это досадное падение. Ты же не запланированно упал, хоть живой остался. Когда я сказал, что теперь я не боюсь падать, вот я и падаю. Я думаю, что в соревновании, кто выдержит, лед или Песков, победит, конечно, Песков. И в конце концов мы узнаем, что там под этим льдом. Очень зажигательно у вас получилось выступление, но это...